Жители города давно говорили о том, что Тимоховский пруд и территория, которая его окружает, нуждаются в приведении в порядок. Одно из любимых мест горожан, находящееся к тому же в самом сердце Видного, считают люди, должно быть красивым и ухоженным. Точно так же считает и руководство Ленинского района. На днях провели работы по очистке пруда и прилегающей к нему территории. В ближайшее время наведут порядок и на склоне, которое в прежние годы украшало оригинальное цветочное панно. Глядя на него, местные жители сверяли день и месяц. Возобновят ли былую традицию или нас ждет что-то другое, узнаем уже скоро. Все работы обещают завершить к 1 августа.